द्रव्य दासपोत सा भगवान उनको कहीं गुरु की जरूरत नहीं उन्हें उन्हें नूज ना गुरु लेकिन तब भी हम रामायण देखते हैं प्रभु हर काम करने से पहले अपना गुरु वशिष्ठ से परामर्श लेकर के वो हर काम तो करते थे इसलिए बोलिम चितास रामायण नाम बुद्धि बिना काम कांडे राज करता राम स्तोत्र का से जलस он дал вопрос, спросил своего гурудеву, Васиштха риши, он спросил, что как надо у него делать, надо делать или не надо делать всегда. इसलिए जो राम राज्य को हमारा देश में आदर्श देते कि राम राज्य है राम राज्य मतलब होता है जहां पर किसी व्यक्ति को किसी तरह का कोई दुख कष्ट नहीं है До сих пор люди считают, что когда Рамчандра был король, тогда это можно считать, это самый идеальный государство или самый идеальный король был. До сих пор это так читается в Индии. Как это можно было ведь так? Потому что у него был такой гуру, как Васиштха риши. Если он даже देश होता तो अयोध्या अयोध्या मतलब होता है जहाँ पर कोई युद्ध नहीं होता वो राज्य होता अवधा मतलब जहाँ पर कोई मरते नहीं जिसका कोई युद्ध नहीं जहाँ कोई नहीं मरते इसलिए प्रभु राम का राज्य का नाम ये इता शास्त्र इता स्त्राना इता न्यू इमिया बिल के राम बिल करोल अयोध्या अयोध्या इता युद्ध इता ये वाइना अ मींस दे वाइना न्यू अवध अवध इता वध दे लुडी उमिरायत इ अ मींस दे लुडी नी उमिरायत तक तम मोजना चिताश तो कक्ता रामचंद्र बिल करोल तक ता लुडी नी उमिरायत इ दाशे नी का कोई बेस पकोई चा नी बिल था ऐसे कारण क्या था का कोई पक्षी हुआ इता बिल तक कहते कारण यही था कि तो सब कुछ काम को वो गुरु जिसकी परामर्श से करते थे потому что он все что он делал он без совета своего гурудева ничего не делал इसलिए जो गुरुजी जो ज्ञान प्रदान करते अगर सचमुच से कोई गुरुजी हो वो मतलब जो केवल भगवत संबंधी ज्ञान को जो प्रदान करते जो भगवान है कहते वो कहते अजर अमर नित्य शाश्वत को भगवान है इसलिए अगर उनको कोई फॉलो करेगा तो गुरुजी को पद से अनुरूप और जीवन में सुखी सुखी रहेगा что какое знание нам дает Гурудев? Гурудев дает нам знание, что как Господь Аджар Амар, это есть, что он всегда вечный, как он трансцендентальный. Если кто-то будет слушать своего Гурудева и свою жизнь будет строить, как Гурудев дает инструкция, тогда можно читать, что у него никогда никакой проблем будет. Если हमारे जितने वैदिक शास्त्र है, जितने वैदिक ग्रंथ है, सब शास्त्र में सर्वप्रथम गुरुजी को वंदना की थी. Потому что все वैदिक शास्त्र первый начинается от молитвы Гурудеву. Если когда Сри Чайтаньи Махапрабху गया गए महाप्रभु गुरुजी को चरण में शरणागत होते कि आज मेरा गया अनापिंड करने के लिए पिताजी हो गए थे कि आज सार्थक हो गया कि हमारी श्री गुरुजी से हम मिले когда сам चतने महाप्रभु इनकरनासी कृष्ण когда он сам пошел गया тогда он там встретил своего гурудеву и когда он встретил своего гурудеву он поклон делал своего гурудеву и он сказал что я пришел здесь гая это successful успешно, потому я встретил вам. Или हम लोग सर्वप्रथम श्री गुरु जी की वंदना किया है. Потому мы тоже начинаем от вандана Гурудеву. Хорошо. Hare Krishna. Well, guys, if you have a question, if you have a question, if you have a question, if Такой же Шричи и любви Кришне Премабхакти. Благодарите им великим почтением и поклоняйтесь уже лотосным стопам. Чтобы милости каждый день пересечь бескрайние океаны зрящих страданий и укрыться под тенью лотосных стоп Шри Кришны. Хочу, чтобы слова, исходящие из лотоса, подобным Господу Девам, очистили мое сердце, и оно стало единым с его сердцем. Любовная привязанность к его лотосным стопам, моя наивысшая цель, по его милости исполняются все духовные желания. Он дарует духовное зрение и озаряет сердце светом божественного знания. Он мой господин из жизни в жизнь. От него исходит божественная любовь прямо в бхакти, уничтожающая невежество. Ведические писания прославляют его возвышенные качества. Шигур Вапьян Милости, друг падших и душа всех живущих, о Господин, будь милостив ко мне. Позволь укрыться под сине твоих лотосных стоп. Имя посвящаю всего себя.
Слава тебе разносится по всем трем мирам. Their Kirtan, Vaishnava Thakura, they are sadhana. Hare Vaishnava Thakura, Dayar Sagara, Heda Sekaruna. Hare Vaishnava Thakura, Dayar Sagara, Heda Sekaruna. Это утром тоже мы слышали, что все это бхакти, что пришел здесь, это пришел от Кришна, от эта линия Гуру Парампара от нас.
здесь. Если हमारे शास्त्र में बताया जो गुरु है कहते गुरु एक नहीं गुरु चार गुरु बताया है. Наш शास्त्र говорит, что гуру это не один гуру, есть четыре гуру. कहते एक है कहते एक है कहते एक है जो दीक्षा गुरु है जिससे भी दीक्षा गुरु अतकामु में पालुचन दीक्षा. कहते एक है शिक्षा गुरु है तारो ये शिक्षा गुरु जिससे हम भक्ति की शिक्षा प्राप्त करते हैं मी पालुचन अपनी वो ज्ञानीय दिले भक्ति. कहते एक है कहते भर्तम प्रदर्शक गुरु तृतीय ये पथ प्रदर्शक गुरु. कहते जो हमको यहाँ तक अभी पहले जिनको साथ में मिले जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है. Может быть мы кому-то встретили, первый, и он нам показал дорогу, это путь нам показали, от его милости мы пришли здесь. Это подпродашек. Когда эг है अंतर्यम गुरु जो हमारा हृदय में बैठ करके जो भगवान स्वयं जो अपना हृदय में बैठ करके हृदय से जो हमें करना देते हैं. Четвертый есть антарьями гуру или суперсол. Суперсол, что от наше сердце говорит нам, что правда, что неправильно, как. Суперсол, да? Сверхдуша. 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 И сабко пасме, хам рели и сабко пасме. Дальше. We are indebted to all the world. We are indebted to all of you. Indebted? We are indebted. Долгу. 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 Мы в долгу перед ними? Харе Кришна. Если мы сабко пас ме, если хи вайшнав джо лог хай, кэти е исме батая чая бега дарми, чая доскати, чая до... Кэти джо вайшнав лог хай, кэти хаме е Бхагават Бхаджана ме, хаме мадад карте. Все, что написано здесь в молитве, что чая душа шоди, чая гуна дай мне, это все, что вечно можешь помочь нам, что мы получили это качество, хорошее качество, и все, что плохое есть, а то его милость, у его инструкция, мы можем оставить это плохое. Джейси, абхи хамари гуруджи чале гей, лекин абхи хамко бхакти ме кон мадад кар рахе, аге кон бада рахе, кэта вечно лог бада рахе. Ну, сейчас наш Гурудев ушел, это мир, от это мир. Но сейчас кто нам помогает? Это вечно. इसलिए हम सबको पास में हम रेली हैं सबको पास में पतमो मी उदंगु का वी आर इंडेटेड हम वी आर इंडेट टू द वी वी आर मींस वी आर हैविंग अ डॉल फ्रॉम देम वी हैव अ डॉल फ्रॉम ऑल ऑफ दीज or from the Vaishnavas. We have a dole from the Vaishnavas. Мы не слышим ничего. Говорите, пожалуйста, микрофон. Я так понимаю, что мы как бы в долгу перед этим, перед Вайшнавами. Наш Гурудев поставил этот мир, и сейчас нам помогают Вайшнавы, и мы в долгу перед ними. Окей, Харе Кришна. Си Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда. Си Кришна Чайтанья Прабху Даякара Мари. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hajati Chaitanya Prabhu Nityananda. Это молитва мы поем Махапрабху, и молитва мы поем для Махапрабху, и Махапрабху спутник. Когда мы говорим, что мы должны делать, мы должны делать спутник. Когда мы говорим, что мы должны делать, мы должны делать спутник. Если мы говорим, что мы должны делать спутник, мы должны делать спутник.
Что нам надо молиться? Мы нас сам не знаем. Но Нарадандас Тхакур от этого киртан, он учит нам, как и что нам надо молиться. Молиться. Кету Прабху, апте ислия аватарна хуя ху, патри ко удар карне ке лие, лекин сабсе бра патри ке мэй. Ислия Прабху мэй ке удар кару. Он первый, он поет, что, о, Прабху, что вы пришли здесь, что помогать все, что здесь пач, но сами пач это я. इसलिए सारे परिवारों का नित्यानंद गुरु अद्वैत आचार्य श्रीवास आचार्य सारे एक एक परिवारों का नाम ले लेते हैं इसमें सभी भारतीय कृपा प्रार्थना कर रहे हैं और मलित्सा देश सिचास महाप्रभु पतों वो युवा स्पूतनिक नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य कायदे वो ईमिया उन गवारे थे उन मलित्सा से इसलिए इसमें ये बता रहे हैं कहते ये जो महाप्रभु का जो भक्त और महाप्रभु परिकर है कहते ये सबके सब नित्य है अभी भी नित्य रूप में विद्यमान है अगर किसी समय में भी इनको हम पुकारते हैं तो सबके सब हम मदद करते हैं महाप्रभु ये महाप्रभु स्पुतनिक अनि से वेचनी लुबो एवरेम या कदम ही बुद्धि मुनि वो मल्याच इले बुद्धि मुनि वो क्रशम श्तोता अनि सिक्ता बुद्धि मुनाम पामगाच इले श्री मन सिक्ख्या में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जैसे हमको कोई चोर आक्रमण करे हम क्या करें पुलिस 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 को हम मदद कहते हैं उसी तरह हमें ये काम क्रोध लोभ मोह मदमात चलिए हमें आक्रमण करता है इसलिए अगर हम इनका नाम ले लेते हैं अरे ये उसी समय इनका नाम और ये एक ही वस्तु झाट को प्रकट हो गई हमें इन्हें क्या करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी गवारे मन शिक्षा है उन गवारिश तो इसलिए तो तब बहुत प्रशोर नाश दो में इस उन कुछ तो तब प्रासाद नाश दो तक तो मैं बुद्धि जरस मैं सराजू मैं बुद्धि पाजवाट्स पुलिसिया ये वो तक तो जे ये जैसे वैष्णव आनी से वैष्णी ये आनी ओचन सिल्नी का जनरल इसलिए मैं बुद्धि ऐता नाश तो मिशा इतना काम क्रोध लोभ मो молиться, это наш спутник Махапрабху, тогда они могут помогать нам, как генерал, что они не мешали нам, кам, прод, лог, мо, так далее. Если нам лог, пови, если нам лог, то как не чарги. So like this, we should call everybody also, we should pray to everybody, Мы также должны молиться лотосным стопам вайшнавов, потому что благодаря их милости мы можем избавиться от вожделения, гнева, зависти, иллюзий и всех остальных пороков. Хорошо. Джай Радха Мадхава, Джай Кунджа Вихари, Джай Радха Мадхава, Джай जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय Yeah.
Ученые провели эксперимент. Они поместили в три сосуда мокдал, это вид гороха. Вот. И в одном из этих сосудов там играла тяжелая рок-музыка. Бам-бам-бам. А во втором сосуде никакой музыки, никаких звуков не играло. И в третьем воспроизводилась Хари Кришна Махамандра. И каков был результат? В первом случае все семена умерли, погибли. Во втором случае они немножечко, буквально совсем чуть проклюнулись. Но в последнем, третьем случае от Хари Кришна Махамантры они очень сильно выросли. Если мундал, есть такой эффект Хари Кришна Махамантра, сейчас подумаю, что простые люди, если будут слушать рок-музык или Хари Кришна Махамантра, какой эффект? Если мы Хари Кришна Махамантра,
Это когда мы поем это Харе Кришна Махамантра, это не простое слово, это шабда Брахма, это есть прямо имя Господь, это можно читать Господь и Господь имя, это не одно и то же. Какого значения Харе? Харе means is that our all kind of sinful activities is the finishing. Приходит конец всем грехом реакциям. Хари. Харе Кришна means is attractive to everything. Our mind is so restless, always so restless. Кришна means is attract our mind. Кришна всех привлекает всех, и он становится умиротворенным. Это значение имени Кришны. Значение имени Кришны – Кришна атачим, тот, кто всех притягивает, привлекает к себе, и ум становится умиротворенным. И Рама, значит, тот, кто делает всех умиротворенным. Sanskrit word, this is the general meaning, but our Goswamis, they are explained thousand of meaning this mantra. Это основные значения трех основных слов в Шри Хари Кришна Махамандре. Наши Госвами дали множество, Махарадж говорит, тысячи значений более глубоких. So when you are chanting holy name, so you are very happiness. But why? This is the name of Supreme Personality of Godhead. Потому, когда мы воспеваем святые имена Господа, мы становимся счастливыми. Почему? Потому что, как уже сказал Акилеш Прабху, потому что имя и сам Господь не отличны друг от друга. Yeah. So, поэтому в высшей степени необходимо воспевать святое имя Кришны. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Bala Krishna, 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 Krishna.
Сяксурмальтабудина, Тесмай Сри Прави Нама, Гурави Гаурачандрая Радика, Яя Истадале, Кришная Кришна Мартая, Манчакалбатарубхаса, Крипа Синду Бхайвача, Патитайнан Бхаванибху, Вайшнавебхо Намо Намо, Бриндай Туласи Девай Прияй Кесавасача, Кришна Бхакти Прадидеви, Саттаватай Намо Намо, Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Сривасади Гаурабхакта Бринда, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Сегодня Махарадж давал класс. Сегодня Махарадж хочет дать класс, как проповедовать новым преданным. Only you are preaching, you know, you take some karta, mrida, only you are chanting some holy name, and everybody you are doing strict and you must chant this holy name, right? Then only you are chanting. If somebody requests you, some another society, they are getting a lot of like this, another somebody opening some hospital, somebody opening some school, somebody opening some Anna Chhatra. Kya bolte hain? Gauriya Mart is called only you are doing kirtan Hare Krishna. But what is the Bhankar is the kya matter? What is the important significance of this Hare Krishna Mama? How will you chant this? This is from posting. Возникает вопрос, может возникнуть вопрос. Преданный Хари Кришна только воспевает Махамантру, совершает Кришна Баджан. Какой от этого всего толк? Вот есть другие личности, которые столько много кормят, поят, одевают бесплатно. Но какой смысл воспевания Хари Кришна Махамандры в этом Исконе и в Гаудия Матхи? Now, if some question, then what you can give answer to them? Now, if you are going to preaching somewhere, if there is some question, then what is your answer to them? This is not for the question, yeah? No, this is the question, what is the answer to this? И возникает вопрос, какая же в этом есть сердечная необходимость, для чего все это нужно? Да, и когда вы будете проповедовать, вас будут спрашивать, вы должны уметь отвечать. Сейчас Махарадж хочет вам рассказать одну историю, которую вы должны запомнить. Однажды был один мальчик, И однажды этот мальчик пришел со своим папой на выставку, на ярмарку. Он ходил с папой, держал за руку, показывал одно, второе, другое, третье место в магазине. И папа был очень счастлив, и также сынок был очень счастливым. Но там было большое количество людей, и они потерялись. И когда сын потерялся, он стал горько плакать, и тогда
И отец также очень сильно переживал, что он потерял сына. И когда люди увидели, что маленький мальчик плачет, они принесли ему кто конфетку, кто шоколадку, кто что-нибудь вкусненькое, мороженое, но все это его не интересовало, не могло удовлетворить его. Ему нужен был только его отец. There was an intelligent man amongst the people who he saw the father searching for the son, and then he saw his son in one place crying. Then this person brought the son to the father. He made them meet. И один человек, он помог найти сына и взял мальчика и привел его к отцу. И тогда, когда они встретились, отец и сын оба были очень счастливы. И каково же значение этой истории? Каково морали этой истории? This fair was same, this exhibition was same, where the son was very happy with his father when he was going around with his father. But when he got separated from the father, he was not happy. Looking at the same things which he was looking when his father was there, he was very happy. Now separated from his father, the same thing is not interesting to him. Rather, people are giving him confetti, chocolate, ice cream, but he's not interested. Когда сын находился с отцом на этой выставке, его все радовало, но все то же самое, не отсутствие его отца, не приносило ему удовлетворения. This is the situation of our situation also in this world. Такова наша ситуация в этом мире. We have been separated from our real father, Krishna. Потому что на самом деле мы разлучены с нашим настоящим отцом Шри Кришной. And in this material world there are so many things to attract us and to make us happy, but nobody remains happy in this world until and unless we meet or somebody brings us into contact of our real father. В этом материальном мире есть очень много вещей, которые нас заинтересовать, но на самом деле они не принесут нам удовлетворения, только встреча с нашим истинным отцом Шри Кришной. С его представителем. Somebody may say that, oh, there are so many things and I'm happy with these things. But you see, if somebody is happy, if, and he's not satisfied, he's still ishit, means he's still looking for other things, it means he's not satisfied. И что значит, если мы находимся в поиске, значит мы не удовлетворены. We are still searching. Even the richest person in this world cannot say that he is completely satisfied. He is also working. He is also wanting more. Даже самые богатые люди этого материального мира, они не удовлетворены, они работают все больше, ищут. What is happening is actually because we are the soul. That's why our real connection is only with God. And until and unless a person comes in contact with God, till then he will not remain. You can give him BMW. You can give him Mercedes. You can give him any. Porsche, Rolls Royce, whatever machines you can give him, but he will not be happy. He will want more, because the real happiness that there is, he has not found yet. Настоящее счастье может быть только тогда, когда мы разовьем наши истинные взаимоотношения. Все остальное не сможет нас удовлетворить. Поэтому постоянно находимся в поиске, мы ищем. This is the task of Gaudiya Math and ISKCON, that they are bringing in contact the person, a lost person in this world, they are bringing in contact to the God, to Krishna. И вот, что преданные Шри Гаудия Матха и ИСККОНа, они подобны таким личностям, которые приводят этих мальчиков к их истинным сыновьям. То есть, они выполняют роль гуру, отца. So this way, you know, this Gaudiya Math, they are giving this thing. Now this another that like this, this they are want to be happy to this boy, you know. Mm-hmm. So they are giving some chocolate, some tattoo, and so many things. But he not happy, he not really happy. Like this material world, so many sanstha kya bolte, organizations, they are trying to satisfy to everybody.
But you can ask this God, anybody, are you satisfied? Anybody cannot tell, I am satisfied, this, got this material thing. Махарадж говорит, что вот в этом примере этому мальчику очень многие пытались удовлетворить его, давали ему всякие вкусности, шоколадки и так далее, но ничего из этого не могло его полностью удовлетворить. И такова же ситуация происходит с нами сейчас. Вот все организации, которые существуют большое количество, на самом деле, они не могут удовлетворить. И это Гаудия Матх и Искон, они проповедуют. Yeah. So now you can today is discussing some topic. This is the search for happiness. We will. You don't understand English. Search for happiness, you understand? Huh? Search for happiness. Oh, yeah. We will now discuss this topic. आपना मैं जो क्लास दूंगा आपको मैं घर में अच्छे से बताऊंगा. अब हर चीज को अब सब ढूंढ करके शब्दों को वैसे आप सब ठीक कर लेंगे. नहीं तो तीन तीन बार पर क्लास में इसे कम नहीं होता. Search for happiness. This is the theme of today. Тема, которую Махарадж сегодня хочет, это поиск счастья. The subject that is आधार करता है ये ब्रह्मा सूत्र में एक अर्थ है अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा. You know, it's ब्रह्मा जिज्ञासा. अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा meaning there are three words. Three words meaning the atha brahma jikyasa. This meaning is the everybody is searching this happiness. But searching this happiness, कभी किसको लेकर के आनंद बनना चाहते हैं? लेकिन ये material वस्तु को लेकर के. Everybody is searching for happiness, but they are searching happiness in the material places, wrong place. Все ищут материал, все ищут счастье, но все ищут счастье, все ищут счастье, но ищут его неправильно вместе, материальном месте. But this material thing cannot give you pure happiness. Но материальные вещи не могут удовлетворить душу. Yes. Only they can give happiness. Who is the himself happiness? They can give you happiness. The who is this? Who is the supreme personality of Godhead? Кто может даровать счастье? Только тот, кто полностью сам пребывает в этом счастье, в этом блаженстве. Это верховная личность Бога. Yes. So now. Coming in the question is that everybody want love, you know, everybody want love. Mm-hmm. So that everybody try to love to everyone. Mm-hmm. But you love, but the jahan karni chahiye wahan nahi karke ki galat vastu mein prem karna. Everybody is wanting love, but they are loving the wrong thing. Where he should love, he is not loving them. Все ищут любви, но но ищут ее в неправильном месте. Все стараются любить друг друга, ищут эту любовь, но ищут не с правильным источником. Когда говорили в детстве, they are love to this father and mother. When they are young, then love to wife. When they are love big, then love to his family. But still, he cannot find out pure love. Мы получали любовь от своих, от родителей, от своей супруги получаем любовь. Но до сих пор мы не нашли удовлетворения, потому что любовь нечиста. Не нашли чистой любви. Yeah. So the last, you know, when last somebody want love, somebody when cannot love God, then love dog, some you know rat, cat, they have to try to love everybody. Кто-то старается любить кошек, собак, вместо того, чтобы полюбить самого Бога. Они ищут любовь в неправильном месте. Гурудев рассказывал одну историю. Our India, there was a very famous king. You know? His name was Bhartuhari. В Индии был один известный король. Name? Bhartuhari. Yeah, he was a very big king of this India. Очень великий король Индии. And so now, when he married, very young age, he married,
Now he introduced so much love to this wife. Он женился и отдавал очень много любви своей жене. So, you know, so she, he's the made very nice necklace. Very that time he's the this very costly, you know, necklace. Very the made by the pearls, this necklace, you know, very costly necklace he made. He bought. Он сделал очень-очень дорогое, шикарное ожерелье для своей жены. Его королева, она была влюблена в одного генерала. Генерала-губернатора. You know, after some days, what happening? This queen, this necklace, in a very hidden way, he wanted to please to this general, so he gave this necklace to. Однажды случилось так, что королева, она, чтобы осчастливить, удовлетворить этого генерала, она поднесла ему это ожерелье, подарила его. But after some days, what happening? This general. He doing so much love on prostitute. Prostitute. Now after some days, what happened? This necklace very hidden very one please to her. Then she gave to him. Позднее случилось так, что сам король влюбился в одну проститутку, и получилось так, что это ожерелье, оно оказалось у нее. Потому что этот генерал, он подарил это ожерелье этой проститутке. Но проститутка, она очень любила короля. Спустя несколько дней она с огромной любовью преподнесла это ожерелье королю. When the king this listen, I made this necklace for this queen, and this is a very costly necklace that time, you know, made by pearls, you know, $1,000 in this necklace. But how I came to this prostitute now? И король, он был удивлен. Он увидел, что это было то самое ожерелье, которое сделано для своей жены, для своей королевы. Оно стоило тысячи и тысячи долларов. Как оно пришло к нему? Он был очень удивлен. Он подозвал проститутку и спросил, откуда ты получила это ожерелье? Если ты не скажешь мне правды, я убью тебя. You know, so after now he telling, since the telling this necklace gave this general. И тогда проститутка была вынуждена признаться, что она получила это ожерелье от генерала. Raja telling this general, well, you tell truth, you tell lie, then I cut your head. Why you got this necklace? Король пригласил генерала и приказал сказать ему правду, откуда он получил это ожерелье, иначе он отрубит ему голову. Now he became afraid. Now afraid, he telling, well, your queen says either do you love to me? He didn't even love to me. So she gave to me this necklace. И тогда генерал был вынужден признаться, что его жена, королева, она с большой любовью преподнесла ему это ожерелье. So when king heard this thing, he became very surprised and very unhappy. You know. Whom I love to so much love to her queen, I make such a necklace for her, very costly necklace, but she doing somebody else, and she doing another person. Then he understands this material world, not pure any love, this not in this material world. И тогда король осознал, он был очень удивлен, и он сделал это ожерелье. За тысячу долларов для с такой огромной любовью для своей жены, но что сделала она? Она отдала его другому, а тот передал это третьему человеку. Так оно передавалось, и тогда король он осознал, что в этом материальном мире нет чистой любви.
So he left everything and he took sannyasi. You know, he go to sannyasi ashram. Now tell him I can only want drive love only Krishna this super self. И тогда король решил, он оставил все и принял саньясу, и он дал обет, что теперь я буду любить только самого Господа. Yeah. So today you can discuss about this and search for happiness. И сегодня мы будем говорить о поиске счастья. Yeah. So he was telling this is the search for happiness, this should This material person cannot give you pure love. Если вы хотите любви, то только сам Бог может дать вам чистую любовь. Никто другой в этом мире не даст вам чистой любви. Хорошо. This is the topic, you know. We are trying to discuss this topic little bit. So it had one kirtan. Мы будем говорить об этом позже, после киртана. Хорошо. Все люди ищут счастья, но счастье никуда не видно. Если видно, тогда то это очень короткое время видно, и потом обратно, где уходит, непонятно. Или, когда и жо чиф жо суд грунта не, то ехи чиф хи, когда и жануар се, эг инсан го ехи чиф хи, кто фарг ратна. Это есть разница между животным и человеком, что человек ищет всегда счастье. कहते हैं कभी भी जैसे हम कोई बैठी करके कि हम कहीं इस जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं लेकिन आप पशुओं को जानवर को देखो डिस्कवर कॉल करके देखो अब देखिए कभी चार ही काम के लिए वो दिन भर देखिए चार ही काम के लिए दिन भर करते हैं पश्चिमोत्तर टेलीविजन ताम डिस्कवरी कैनल ताम что что там нам будет видно там показывают как все животные только ищут еда и только они живут как животные живут это. Если мы тоже будем жить как животные, тогда можно считать, что никакой разницы нет между нам и животными. Это уже чари там, где день вор ищет, день вор дикега, ахар ищет, кай кай кана милега, ахар милега сол хали, кай хали кай сниддра, мтло бога сол бия, дар, кай дусре жанвар чекин дар не, кай майтон стри санкерке бачи жанвар. Только они делают четыре, они что-то делают. Это что делают? Они спят или они ищут кушать или они рождают дети и так далее. Лекин, ап декега, ек инсан ви дин бар, кабар ои чари каапу дин бар катава дикна. И сейчас живот человека тоже можно, если мы увидим жизнь человека тоже, видно, что простые люди вообще в мире, это только эти четыре вообще они занимают. Всегда занят только это четыре. Спит и так далее. Спит, кушать и еще кушать и так далее. What is the difference between human beings and living animals? Какая же разница между существованием в человеческом теле и теле животного? Когда हम लोग ये देख सकते हैं, you know, you can decide, you know, you can sometimes thinking who am I, where I am come from, yeah, I whom I telling some father, my mother. Where that after some days where that wait, no, and who is the some relationship after some day why you are become some different, you know, you can think about. Потому что человек он может задумываться о том, кто я есть, и. Кого же мама?
кто есть моя мать, отец. Он видит, что эти отношения, они временные. Человек, он задумывается, кто я, откуда я пришел и куда я уйду после смерти. И он думает, он видит, что мои родители, они оставили это тело и задумывается, куда же я уйду после смерти. Только в человеческом теле можно задумываться об этих вопросах, и когда приходят такие вопросы, можно сказать, что начинается человеческое рождение. То есть как бы жить в человеческом теле, это еще не значит, что быть человеком. Только тогда, когда приходят такие вопросы, можно сказать, что это, да, как бы начало, фундамент человеческого существования. Если человек не думает об этих вещах, то он подобен животному. And more than you can consider advanced to us, more than this poor thing there. Животные и люди, они все живут по четырем принципам. Они едят, спят, обороняются и совокупляются. Если человек не задумывается об этих четырех вещах, то нет разницы между ним и животным. Когда мы все делаем авансы, когда вот чай сидит, мы все делаем авансы. В этих четырех принципах? Yes, the animals are even more Но в этих четырех принципах животные даже более продвинуты. Сейчас я приведу один пример. How there was one educator dressed very nicely like a gentleman, wearing full costume and everything, fastidious everything, and he's going on the way. He sees a pig lying on his path, and then he kicks this pig strongly. Был один адвокат. Один адвокат, очень хороший адвокат. Он был очень хорошо одет, как джентльмен, и. When he was going, dressed very nicely and all, he was wearing nice shoes, nice. The advocate, dressed very nicely when he's going. On the way, he saw a pig lying on his way, and then he kicked this pig. И он был очень хорошо одет тогда, и на своем пути он встретил свинью и пнул ее. Yes, and then the pig, he's lying, resting there, and then he wakes up. He says,
why did you pick me? He said, oh, you were stopping my way. He said, so, still, why did you pick me? И тогда свинья, она так встрепенулась, и была очень удивлена, почему ты пнул меня? И он сказал, что ты помешала моему пути. So he said that, oh, you think that because you're superior to me, that is why you have picked me, because I'm stopping your way? Ты пнул меня, потому что я преградила твой путь? And you are thinking that you're superior to me? That is not the issue that you are... Ты думаешь, что ты намного выше меня? Он сказал, да, конечно, я намного выше тебя. Посмотри, как я выгляжу. И посмотри на себя. И тогда я спросил, докажи, насколько, как же ты выше меня, может быть? Свинья спросила, сколько детей у тебя? У меня есть один сын, ответил. Окей, я победила, превышаю тебя в этом вопросе. Ты дал рождение всего лишь одному ребенку, а я дала рождение... How many? 10-12 children every 6 months. 10-12 детей в каждые 6 месяцев. Тогда свинья спросила, сколько жен у тебя? Он сказал, я джентльмен, у меня только одна жена. Смотри, все самцы здесь, они мои самки, они все мои жены. Сколько времени тебе требуется, чтобы вырастить ребенка? Сначала несколько лет я ращу ребенка, затем отправляю его в школу, это также занимает десяток лет, затем отправляю в университет, это тоже занимает много лет. О, у меня нет таких проблем. Один месяц исполняется ребенку, и он свободен. Я не беспокоюсь об этом. Как ты поддерживаешь себя? Спросила семья. Свинья спросила, как он поддерживает себя, и он сказал, что я должен был учиться много лет, затем, как это называется? Специализация, затем я стал работать, получил опыт, только затем я стал выдающимся адвокатом. Свинья сказала, о, да, у меня вообще нет таких проблем. Все очень просто. Я живу очень естественно, и я вполне счастлива. I drink alcohol, or sometimes I drink medicine so that it can put me to sleep. Okay. Тогда свинья спросила, и как ты спишь? О, иногда меня мучает столько мыслей, иногда мне приходится выпить алкоголь, чтобы заснуть, иногда принять таблетки. Столько много мыслей тревожит меня, как поддерживать мой дом, семью, мысли о работе. А я, ты знаешь, я так счастливо сплю, у меня вообще никаких беспокойств. Смотри, я так просто тебе все доказала, как же ты вообще пнул меня? Это история из Шримад Бхагаватам. Сударва Свами, he taught you
what are you do and think are life is a successful distant life, with animal life. Шукадев Госвами учил нас, как сделать нашу жизнь успешной, чтобы не жить как животное. If we come to realize this, then understand that we have gained a lot, we have realized something very wonderful. If you realize this, that oh, we should not just spend life in eating, sleeping, sleeping, etc. And understand that we have taken a very big step in spiritual life. Если мы осознаем эти вещи, то мы станем, наше рождение будет успешным, и мы сделаем шаг в духовную жизнь. Это как первая часть класса на тему поиск любви. Завтра Махарадж собирается счастье. Завтра Махарадж собирается дать вторую часть. Сейчас мы будем слушать продолжение Бхагавад Гатхи. Hare Krishna, Nitai Go. But कितने टाइम हो गया आप कितना समय कथा कर सकते हैं अब कब है समझ में आ गया कितना कब कब तक कथा कर सकते हैं दो स्कोर का मोशन दे दो हरि कथा स्कोर हां नो नो ओके ओके नाउ यू कैन लिसनिंग एंड कंटिन्यू भागवत कथा ओके Take a two-word kirtan, then listen to katha. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. 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 Jai Jai Radha. Thank you.
тинваргулина игнамулина а бхагат тинваргулина кинга класмита гулина кин кинга китами ком кей конс кадам дату Hare Krishna. Now coming many time you will hear how many kind of listener of Srimad Bhagavata Katha. Here many time you are not here. Yeah? So you don't know. Now here coming question coming to here. Who is the if अगर कोई विषय को अगर हम विचार करना चाहते हैं कभी चार वस्तुओं के द्वारा कोई वस्तु का विशेष नहीं का महत्व का हम समझ सकते हैं. Если мы хотим что-то понять, мы должны Мы должны понять четыре вещи. अधिकारी भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? क्वालिफिकेशन слушать भागवतम. So here is the give example. There is one Bhagavad Gita, Padma Puran, they are explaining one dhundukari, very sinful activity person. Yeah, very big pastime. There one dhundukari is a big sinful activity person. But when, you know, he also when he listened to Harikatha, this Bhagavad Gita, Bhagavad Gita also give to him, also liberation. Был один грешник, Дандукари, он совершил очень много греховной деятельности, но он услышал Бхагавад Катху, и его сердце очистилось. कौन है क्या है इसलिए आप करो वो तो आप मदद करें आप करो जितना टूटी फूटी कहीं नहीं रहेगा तो आपको करेंगे अंडरस्टैंड. हाँ इसलिए आप इनको देख करके आप सो नर्वस हो रहे नहीं ये करने वाले हैं आप. Один раз был такой очень грешный человек, у него назвал Дундукари. И он такой грешный был, что его брат много раз молял для него, но все равно он не получил духовный результат. Он все равно был как тонкий тело, он взял, и сейчас он не может освободить себя от этого тонкого тела. И сейчас... Yes, ghost. Да. Потом он сказал своему брату, что... Я никогда вы не можешь, если вы будете молиться, и вы будете Гая, он пайка. И он все делал, что мог быть делать Гая. Гая есть один место, где если кто-то умирает, это индийская традиция, кто-то умирает, там можно пожертвовать делать и можно освободить этого человека. Ну, Дундукари сам пришел к своему брату, и он сказал, вы не можете меня освободить от этого все пожертвования, что вы делаете там. Только мне поможет, если вы будете делать Шримад Бхагаватам, тогда я могу, тогда вы можете освободить меня. И? Когда эго адигари, когда папи се, папи кью не его, Бхагават Катха сунега, то уско ви Бхагават Катха удар дети. Тогда можно читать, что если самый грешный человек, он тоже можешь получить духовный результат от Шримад Бхагаватам. То я говорю, что я очень большой гьяни. Могу туда думать, я очень-очень могущий, я все знаю, я очень много знаний у меня. Когда
ये भागवत कथा को सुन सकते हैं он тоже может слушать Бхагаватам можно читать что сами пати сами высокие люди он должен слушать Бхагаватам उसका एग्जांपल दे रहे пример когда есть Судхдева Госвами если там ज्ञानी नहीं हो ну мини такой ज्ञानी такой мудрец как Шукадев Госвами когда есть Судхдева Госвами पहले ब्रह्म ज्ञान में जो संपूर्ण डूबे हुए थे लेकिन भागवत का एक श्लोक सुन करके जो कि वो ब्रह्म ज्ञान को भी छोड़ करके उन्होंने भागवत कथा में इतने रस केवल एक श्लोक सुन करके वो पागल होकर आए कथा सुनने के लिए और Шукадев Госвами был парной он очень ज्ञानी был ब्रह्म ज्ञानी очень высокий sort ब्रह्म ज्ञानी был но все равно когда он слышал один श्लोक от श्रीमद् भागवतम он ушел от этого ब्रह्म ज्ञानी обратно он начал духовный практик делать от слушать श्रीमद् भागवतम понятно समझ रहे अरे अंडरस्टैंड понятно что я сказал что? Бурьян сказал. Слышит, тот понял. Первый не понял. Только самое время, когда я говорю. Эк бекти гали, хам не ли не кер сакте. Чоро ско бурьян. Харе Кришна. Со, исли не ты, когда я адхикари, Бхагават гата сунне ко, сабика адхикари. Тогда можно читать, что всем есть квалификация слушать Хари Гата. Шримад Бхагаватам, извини. Когда Ави Бхагават ка висай кия хай. Сейчас какой тема есть Шримад Бхагаватам, это книги. कदी ये भागवत में ये साधारण कोई घर गृहस्थ की दुनियादारी का कोई विषय नहीं है जस नीथेमा это для от материальный мир никакой здесь нету ничего нету здесь कदी यहां पर जो विषय वस्तु है बहुत हाई फाई विषय जस थेमा очень-очень высокий тема श्रीमद् भागवतम कदी क्या है बोले आराध्य भगवान ब्रजेशस्तनय तद धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू मर्गीन चाकल्पिता इसलिए इसमें यहाँ पर जो विषय है कहते आराध्य भगवान ब्रजेशस्तनय कहते ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है कहते उनकी कथा इस भागवत ग्रंथ में сейчас он повторял этот стих что переводится что что тема здесь тема есть здесь आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन что ब्रजेंद्र नंदन से निमित्त это сам Кришна это у его हरि कथा здесь это есть श्रीमद् भागवतम कहते आराध्य भगवान ब्रज तद्धाम कहते वो रहते हैं कहाँ पर कहते वो रहते हैं वृंदावन में कृष्ण он живёт сейчас он живёт в Вриндаване इसलिए जितने भी कृष्ण एक है कृष्ण को तीन बताए कहते एक द्वारकाधीश है एक मथुराधीश है और एक ब्रजनंदन लेकिन भागवत में कहते ब्रजनंदन कृष्ण की कथा है वास्तव में कृष्ण आदि नुसरावनु ओन थ्री यस थ्री कृष्ण आदि कृष्ण यस द्वारकाधीश आदि इस मथुरेश आदि इस ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा जिस थेमा इतना श्रीमद् भागवत में इस ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा से हरि कथा हुई वो हरि कथा ये श्रीमद् भागवत में कहते वो उनका घर कहाँ पर है दे ओन जीवियोत सिचास कहते वो वृंदावन में रहते हैं ओन जीवियोत वृंदावन है इसलिए कहते ये कहते जो इनको जो उपासना है कहते इसको किसी ने ये मार्गों को ये किया फॉलो किसी ने किया है चैतन्य महाप्रभु का ये फिलोसफी मत है श्री चैतन्य महाप्रभु कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का मत है श्री चैतन्य प्रभु में तो कोई नहीं है इसलिए कहते कहते यहाँ पर जो विषय है वो विषय भी बहुत ऊंची विषय है तो थेमा जिस ओचन ओचन विशोकी थेमा इसलिए कहते ये भागवत की जो महिमा कहते ग्रंथ का नाम क्या है मतलब भागवत उसमें चार अक्षर है इसका अलग अलग मीनिंग उसका है इता इस भागवतम भागवतम इता इताम इस चित्री बुकवा भागवतम сейчас он будет переводить что это भागवतम कहते ये भा मतलब होता है कहते प्रकाश है भा इता प्रकाश एफलेंस सियानिया कहते जिसका जिसका प्रकाश सर्वत्र जिसका प्रकाश है
आज हम सबरे श्रवण कर रहे थे जिस कथा को ब्रह्मा जी शंकर जी और श्री और ब्रह्मा जी शंकर जी नारायण भी जिस कथा को श्रवण किया है। Сияние – это есть везде, это мы утром слышали, это что Брахма, Нарад и Шанкарджи тоже, они тоже ищут, где Харикатха идет. Или, когда Бхава мотлаб прокасывали, Га мотлаб кья хай, были Га мотлаб кья хай, Бхава прокасывали, Кати расча дуратая, когда Га мотлаб кья хай, жис катха ко Нарадади, бади-бади, рисимани логи, жиско дхан керте. И га есть это то поют это поют поют как народные и остальные мудрецы тоже. Когда когда бхага когда ба мотлаб ота хай ба мотлаб ота хай саре гранто ме жо сарвасрешта гранто хай. Бхага ба ба сейчас это можно читать что от всех книги Шримад Бхагаватам самые высокие книги. Когда та мотлаб ота хай тараниче бхаваннава когда бхагават го агар бы асрая гран карто во асани сахи и бхавасагар се Та это можно читать, что переводится, что если кто-то будет взяться защита от Шримад Бхагаватам, он может освободить себе от этого материального мира. Если когда же Бхагават гранта хе, когда саадхарн лог самасте хе, я Бхагават Кришна парга гранта хе, лекин я парга нехи, когда кевал Кришна ката не, если вот Шри, пайле я Шри сабда хе, вот Шри мад Бхагават хе, если Шри мотлаб ота хе соба, хан сондарджа. बल कृष्ण का सौंदर्य कौन है बल श्री राधा रानी लेकिन भागवत केवल कृष्ण कथा नहीं राधा को साथ में कृष्ण कथा है नोगर लोग तक думают что श्रीमद् भागवतम там только тема есть Кришна там все история что есть это есть Кришна история но это неправильно потому это у него имя есть श्रीमद् भागवतम श्री это что श्री есть это красота это красота что есть Кришна Какой красота имеет Кришна? Кришна красота есть сам Радхарани. Тогда можно читать, что эта тема здесь есть Радха и Кришна. Оба у его игры, у его истории здесь это. Шримад Бхагавата. Если в Вриндаван мы идем, кое-кое кисуда в Кришна Кришна болте его не дикли. Когда вы пойдете в Вриндаван, никто не говорит там Кришна Кришна. Все говорят там Радхе Радхе. Когда вам, житре саре кам хота хай, Радхарани ка нам парисара пар, кое-кое булата хай, इधर आओ बोले राधे राधे बोले दो बोले राधे राधे बस सब काम राधे 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 बोलता है अतः द्वास्लोवा सो मोजना ताम जलस ब्रिंदावन इसलिए काम उधर भी खाची चे पाजवास राधे राधे इसलिए काम उधर भी खोजे सही पायदिया सुधा राधे राधे इसलिए चला कभी खाची चे पाकुपास मोजना पर अप्राशित तो राधे राधे वो तक इतने अध राधे राधे तो द्वास्लोवा सो मोजना जलस ब्रिंदावन इसलिए ब्रिंदावन में एक कीर्तन गाते हैं राधा का नाम अनमोल बोले राधे राधे Один киртан есть там, то поем мы там в Вриндаване, Радха ка нам анмол Радхе Радхе, что Радха Рани имя это очень дорогое. Когда вам говорит лата, пата, пейль, пауда, сабсе сили Радхе 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 нам, сабсе сили Радхе Радхе нам. Везде там будет вам видно Радхе Радхе имя, дерево, все там есть видно, что Радхе Радхе имя. Написано. Если когда Расхан и Кабирли, वो कहते हैं बिरलावन के बिखे पर मरम जनाजने कोई डाल डाल और पत्ते पत्ते मिश्री राधे राधे रसखान आदिन पायतेस ओन तक स्कदान что никто не знает что это Вриндаван какой высокий место это Вриндаван Вриндаван каждое дерево каждый лист это дерево там есть только राधे राधे इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए कहते राधा राधे नाम बिरलावन क्यों लेते हैं कारण क्या पचिमो अनिसे पायुं इमिया राधे राधे वृंदावन है पचिमो कहते कहते अगर कोई रास शब्द बोलता है कृष्ण कहते हैं मैं तो रास शब्द सुनते पागल हो जाता हूँ मैं सोचता हूँ उसको क्या दूँ लास्ट में मेरे पास में कुछ नहीं रहता मैं खुद को खुद दे देता हूँ अगर कोई धा शब्द बोले तो ये राधा शब्द सुनते मैं उसको पीछे 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 चलने लगता Когда кто-то повторяет имя Радхарани, он Кришна говорит, что когда он начинает повторять имя Радхарани, когда он говорит Ра, тогда я думаю, что у него можно даст от этого, что он читал имя мой Радхарани. Тогда Ра, когда он читает, тогда я думаю, что я себе, я дам это человеку, что читает Ра. И когда он начинает Радха, когда он кончается Радха, тогда я больше мне ничего не оставит, потому я сам себе я дал у него. Тогда он говорит, что я сам хожу at his back. I go behind him. I follow such a person who is speaking Radha.
Я отдаю самого себя тому человеку, который повторяет Радха Радха. То есть как бы я не могу сдержаться. Я готов бежать за этим человеком и отдать себя. Кисе кой хамара ко бахут бади кави кави бане хе, о Кришна бхакта хе. О кисе кави не бахут бади сундар ек кавита ко лих лия. О кавита ме е лиха хуа та, ме та сьяма ренга ме ренги. Ме Кришна ренга ме не ренг лия хе. Когда джин-джин бади-бади кавиом ко пас ме ко кавита гая, сам лог сун-сун кар бади хуш ме. Лекин джаб хамаре Гаудия Вайшнава сари Джив ко Свами ко пас ме ая, та унхоне ек слог лих кар бхасте. Один раз был такой момент, когда Джива Госвами был на этой планете. Какой-то поэт написал это стих, что он написал, что я взял, как можно переводить это? Не только переводить. Not only English, this is difficult to translate. That I have colored myself in the color of Krishna. I have colored myself in the color of Krishna. Я окрасил себя или покрыл себя цветом Кришны. Когда все слышали это, они все довольны были, они сказали, вау, какой хороший это поэт, что написали там. Ну, когда Джива Госвами, он видел это, он обратно что-то там внизу написал и послал это. Что он написал сейчас, Махарадж, надо сказать. Если вы слог лите, когда слог Шри Рагунатдас Госвами, да? Это Рагунат Дас Госвами написал этот слог, что Джива Госвами использовал этот слог. В слог мы говорим, вали анарадха радха падам бхожарейну. Вы говорите, если Кришна Бхакти Расме, если дубна чахат, то тумку тим чиз чахи. If you want to drown yourself, if you want to drown yourself in the rasa of Krishna, then you need three things. Drown. If you want to drown, Если ты хочешь погрузиться в расу Кришны, тебе нужно три вещи. Когда first thing is that if you don't take shelter of Srimati Radharani, first thing that. Первое это нужно принять прибежище у Радхарани. And second thing is that where Radharani doing so it the first time. You can take must shelter of this type place, like this Vrindavan. Второе, это нужно принять прибежище у тех мест, где совершаются игры. And third thing is that which devotee completely observed this Radharani Bhakti, he must take shelter of this Rasik devotees. И третье, нужно принять прибежище у того преданного, кто полностью погружен в преданность, прему Радхарани. Then you can, you know, take bath in the Krishna prem. Омыться в Кришна преме. Только тогда можно омыться в Кришна преме. If somebody wants Krishna bhakti necessary, then take must shelter of Radharani lotus feet. Если кто-то хочет получить Кришну, нужно принять прибежище у Радхарани. So this is the, you know, this is the. So Vrinda telling Srimad Bhagavat, not only Krishna Katha is there, with Radharani's Katha, with Radharani Katha, Bhagavat Katha is there, not only Krishna Katha. Бхагаватам это не только Кришна Катха, это также Радхарани Катха. Now you are discussing Srimad Bhagavat Katha. Сейчас мы обсуждаем Бхагават Катху. Ha, telling this is Bhagavat. Bhagavat, you know, this first slog, you know, there, the Sukhdev Goswami, Abhata, that teen slog Buddha of Mangala Charana Charana. Первый три слога, как начинается Srimad Bhagavat, мета можно читать, это из Mangala Charana. Mangala Charana это блага, приятни, вступление. इसलिए कभी कभी जिस काम को करने पर हमारी अच्छे तरह से वो तुम्हारे काम सुस्त भाव में हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण ये सब इसलिए मैं बुद्धिम पाए मैं बुद्धिम पेच मंगलाचरण ये तो सब जो मैं काटने जलस ये तो बुद्धि как успешный। इसलिए यहाँ पर जो प्रथम श्लोक है कभी प्रथम श्लोक है तो ये ध्यान है Первый шлог это есть дхьян, медитация.
Первый шлок говорит «Саттям парам дхимахи». Я медитация джалал саття. Саття – это, можно переводить, правда. Правда. Исилие, когда иси шлоку упарме, бахуд кикат карам как алаг-алаг самматвады. Кем ичи шлоку мит иска нам не даниканате, джиско ича уску упарме лагадия шлоку. Здесь имя не написано, первый шлок. Кому это шлок, для кому это шлок говорит это? Что, потому что имя не написано, потому много-много преданий написали комментарии это шлоку. И каждый комментарий говорит другое, что это стих говорит для Дурга или Дурга, для Шанка, или для Брахма и так далее. लेकिन हमारे श्री बल्लभाचार्य एक वैष्णव संप्रदाय के साधु कथित ने ये किसी का नाम नहीं अगर कृष्ण गली ये श्लोक बताया कृष्ण गली ध्यान श्री बल्लभाचार्य आदि ओचन विशोकी वैष्णव ओन्स कदाल और आज श्री संप्रदाय ओन्स कदाल इतना श्लोक निकामो निगा उन तोल का गवारे दिल्ली कृष्ण इतना स्थित मोजन तितास इट इज इंडिकेटिंग कृष्ण ओनली इंडिकेटिंग ओके Когда кабла Кришна кои, я пар сатте бол крке кабла Кришна кои дьян крте. Когда кья асатте саб асатте? Здесь сатте что правда это можно читать, это только он говорит, что только Кришна. Тогда что, остальные все неправда или что? Когда в Бхарате, когда кто-то умирает, на кандхе, когда его смасан везут, он говорит, Рам нам сатте, Кришна нам сатте, сатте волгате, все говорят, что это ложь. Когда ты что-то потерял, все в маленькой жизни потерял. Если ты Кришна бхакти, Рам бхакти, то говорит, что ты так не идешь, а все бросаешь. Когда люди умирают, винди, там, когда берут это цело, вы знаете, что там до крематория, там берут это, они вот так повторяют это Рам нам сатэ, что имя Рам есть правда, имя Кришна есть правда. И если что они говорят? Они говорят, что все, что вы делали здесь, это материальный мир остается здесь. И столько вы, сколько вы повторяли имя Господь, это только это сейчас ходит к вам. И остальные все остаются здесь. Потому мы считаем, что имя Господь, только это есть правда, остальные все, что неправда, остаются здесь. Тогда можно читать, что все, что мы делаем для Господа, это есть правда, остальные все неправда. Почему? Потому что Дживер Сварупхая Кришнера Нитядас. Дживер, Джива, только... Джива, вы понимаете, да, слово? Джива – это только у него есть отношение к Господу. И какое отношение? Что он слуга Кришне. И все. Настоящие отношения джива имеет только Кришна. И остальные все отношения, что если там можно читать, это они настоящие. И Бхагавад-гита, Кришна написал один стих, переводится, что джива это моя часть. Потому что я вечный, можно читать, что мой джива тоже, они тоже маленький часть мой, но они тоже вечные. इसलिए हमारा जो इसलिए कहते सत्यम परम धीमहि इसलिए यहां पर जो परम सत्य भगवान को ही यहां पर ध्यान कृष्ण पर ध्यान करते हैं परमो जिस पे विस्ति ताम यस सत्यम परम धीमहि धीमहि यदा मेडिटेशन что самый большой высокий правда что есть я медитация делаю у него कहते इसलिए श्री इसमें श्री बल्लभाचार्य कहते हैं यहां प्रश्न करते हैं
कहते हैं आप अगर कृष्ण को कैसे बोल दिया तो कोई प्रमाण नहीं है भगवान का. Валлабачари сейчас, можно, он говорит, что вы сказали, что Кришна это есть самая большая правда. Это есть какой-то ваш пример? Вы можете доказать, как это он самая большая правда? Когда мы праман говорили, когда Бхагавад Гита, что первый слог, उसमें भी सत्यम परम धीमहि स्फुताया जो भागवत का जो अंतिम श्लोक जो उपसंहार करते हैं वहां पर भी कृष्ण को सत्य बोल करके वहां भी प्रमाण करते हैं प्रणाम करते हैं अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवतम नचिनेत्सा अतः श्लोवा सत्यम परम धीमहि स्तोमि जनय मेडिटेशन सामी बालशा प्रावधा इत कृष्ण ये कौन से श्लोक तो ये श्रीमद् भागवतम ताम तो ये नमिष्ण सत्यम परम धीमहि स्तो कृष्ण ये सामी बालशा सामी विसोकी प्रावधा इन जनय मेडिटेशन उ него Шримад Бхагаватам начинается и кончается от этого. Сатьям Парам Дхимахи. Когда Кришна, जब मातृ गर्भ में आए देवकी की, когда एक साथ में 33 करोड़ देवता एक साथ में सबके सब ब्रह्मा शंकर सबके सब उनका गर्भस्थ थे में भी भगवान को सत्य सत्य बोल करके प्रमाण प्रमाण करते हैं. Когда Кришна пришел внутри Девки, тогда все 330 миллион полубог пришли и они начали молиться, они пели молитву для Кришны, что сейчас внутри Девки цели. И сейчас у нее что все они сказали, полбога, и они сколько раз повторяли сатте, 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 что ты правда, и ты так правда, и так правда. Сейчас как он объяснит это? Когда же слог учарный, когда мы слог... Я сейчас я хочу повторять это шлога, и вам будет возможно слушать это. Сатте можно узнать, что сатте это есть правда. И сейчас он будет читать это шлога. Здесь слог это... Когда сатьям парам сат... Сатьям... Сатья братам сатья парам три сатья सत्य सजोनीं निहितां च सत्ये सत्य स सत्यामृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वां शरणं प्रपद्ये. कहते 33 करोड़ देवता की ये निकले हुए श्लोक है कृष्ण के लिए. это 330 миллион миллион это полбо они повторяли этот श्लोक. इसमें कहते हैं मतलब आपका जो व्रत है वो सत्य है. Он это есть, они говорят, что что вы обещал, это сатья, правда. Когда आपका जो धाम सत्य है. Ваш धाम ты живёт, это есть сатья. Когда आपका भक्त सत्य है. Ваш преданный, они тоже сатья. Когда आप पहले भी सत्य थे, अभी भी सत्य, बाद में भी सत्य रहेंगे. Вы был сатья, вы был правда, вы сейчас тоже сатья и в конце тоже вы будете, в начале тоже вы будете сатья. Когда आपका जितने अवतार है मत्स्य कुर्मा आदि वो भी सत्य है. इससे इंकरनासी что есть मत्स्य कुर्मा नरसिम्हा स्थानी आनी तो जैसे सत्य. इसलिए इसलिए जो पहला श्लोक है ये भगवान कृष्ण को ही ध्यान करते हैं. तब मुझे चिता что это первый श्लोक это медитация делает Кришна. इसलिए कहते जो भागवत ग्रंथ है. क्या बोले कहेंगे राधा का नहीं बाद में कहते कहते जो भागवत का जो संपूर्ण जो स्वरूप है यदि ये पद्म पुराण में बताया ये संपूर्ण जो स्वरूप है द्वादश स्कंद भागवत है इसलिए उसमें बताया प्रथम द्वितीय जो श्लोक स्कंद प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान का दो चरण है तृतीय चतुर्थ उनका दो भुजा है पंचम नाभि षष्ठ सप्तम दो अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश. Падмапурам говорит, что это Шримад Бхагаватам имеет свою личность форма. Можно читать это первые два кэнго, первые два песни, первые два песни, первый второй, и там можно читать это лотосный стоп Господь. И третий, четвертый это нага, fifth is navel. Fifth and sixth and шестой, седьмой это рука, shoulders. Six, seven, eight, nine. Eight, восьмой это... Eight, чати. Восьмой это грудь. Грудь. И eight, ninth, tenth. Ninth is девятого это... как? Горло. Горло, да. Tenth, десятого это лицо. И одиннадцать, как? Forehead. Да? Лоб. Лоб. И двенадцатого это
Сельсамы. Если Бхагаватам Рупме, Сакхат Кришна. Тогда можно читать, это Шримад Бхагаватам, это сам Кришна. लेकिन हमारे रसिक के काका सिर्फ विश्वनाथ चतुर्थ कहते हैं कहते हैं हाँ ये कृष्ण तो है लेकिन अकेले कृष्ण नहीं वो जो ध्यान है श्री राधा रानी का ध्यान है दास नाश रसिक कमेंट तो दाल नाश प्रेम रसिक प्रेम नहीं आनी दाल कमेंटारी आनी के बारे दा इता ये कृष्णा नू कृष्णा नी ताम आदिन ताम कृष्णा मेस्ते राधा रानी आप कैसे राधा रानी को बताएं как можно сейчас можно вопрос дался как вы откуда вы взяли то что राधा रानी तो जता इसलिए भागवत में बताया हर जगह में देखना श्री सुख उवाच श्री सुख श्री मतलब श्रीमती राधा रानी जो सुख है यदि राधा रानी के ही ये सुख है और विस्तृत ताम написано श्री सुख उवाच что श्री सुख он говорит это श्री это что श्री это есть श्रीमती राधा रानी सुख это попугая попугая राधा रानी что имеет попугая это श्री सुख он говорит это все श्रीमद् भागवत कहानी को धीरे धीरे सुनाओ जो कैसे राधा रानी बैठे बोले कभी कर्णपुर आनंद वृंदावन चंद्र में ये कहानी को बताया है ओके कभी कर्णपुर ऑन आदन मेस्ता ऑन написал это история он говорит что один был один раз был такое время что राधा रानी имел один попугая и она всегда кормила у него от своего прямо от своей руки помигранат гранат Гранат она дал это кушать для этого попугая. И попугая всегда у него пришел в его руке и кушал это, гранат. И она учила у него много-много стих. И этот попугая иногда летал, и иногда, когда он летал, он поехал один раз прямо к Кришне сейчас живет. И сейчас он, там, Кришна там был, и он какое-то дерево там близко, где Кришна был. И сейчас он там пришел дерево это и начал повторять точно какой голос Радхарани имеет. Точно такой, такой голос он начал повторять. Радхарани как нам летать? Нет, его шлок говорит, перед пивором. Он начал повторять один шлок, только точно голос как Радхарани имеет. Когда Кришна слышал, Кришна был там близко, когда Кришна слышал, что Радхарани он думал, что Радха Рани сам здесь пришла. И когда он видел, Радха Рани нету там. Но когда он ищил, тогда он видел, то один попугая. И один попугая, когда он позвал у него тоже он зерно или гранат дал, тогда этот попугая пришел у него. Сейчас Кришна, конечно, у него дал очень много любовь, он очень хорошо кормил, и сейчас попугая осталась здесь. И осталась у него. И через сколько времени, когда Радхарани видит, что попугая нету, тогда она послала свою подругу. Мадурика. Мадурика. Мадурика послала и сказала, пожалуйста, ищи, где мой попугая ушел. И в конце концов Мадурика ищет везде, и потом она поняла, что это попугая пришел к Кришну. И сейчас она сразу пришла к Кришну и спрашивает, что это попугая не ваш, это попугая Радхарани имели. Пожалуйста, дай обратно, это попугая. И когда вот так Мадурика сказал, тогда Кришна сказал, как вы можете сказать, это ваш попугая? И если ваш, тогда позови, если он придет вам, тогда я дам вам. Ну, Мадурика сказал, есть какой животный здесь в этом мире, что если вы даете у него любовь и вы кормите от своей руки, что он приходит мне. И дай, пожалуйста, мне, он никогда, если я буду позвать, он никогда не придет мне. Кришна сказал тогда, пойди отсюда, пожалуйста, я не дам тебе это. Тогда эта Мадурика пошел мать Яшоды. И она сказала, что это попугая не Кришне, это попугая Радхарани имел. Пожалуйста, дай это, что обратно мы взяли это попугая. Яшода мать сказал, это хорошо, вы пойдите, и я сам я поговорю Кришну, и потом я это буду послать это попугая. И сейчас мать Яшода позвала Кришну, маленький ребенок, он говорит, она сказала, что это попугая не твоя, это попугая Радхарани имел, это обратно надо вернуть это попугая. Кришна сказал, нет, нет, это мой попугая, моя, это я не могу это послать обратно. Yes.
санскрита слово учарна кертая. А он, потому он повторял, он, она, Мишна сказал, это очень-очень хороший попугай, потому он повторяет по санскрит. И он иногда, он, у него имеет, он имеет такой голос, как Радарани. Я не хочу посылать это, пусть он будет мне, я сейчас, мне надо пайка в лесу, я возьму это попугая себе. Она сказала, ты что, как можно взять это, такой попугая, и там очень жарко, можешь, он умирает, это, тебе надо оставить у него здесь. Тогда Кришна сказал, хорошо, очень-очень осторожно, потому я знаю, Радарани и Радарани подруги, они все ищут у него, и они придут, может быть, здесь. Яшода мать у него сказала, ничего, это пусть будет мне. Ну, хорошо, когда Кришна ушел в лесу, он, она обратно это вернула, это попугая Радарани. इसलिए कहते हैं जो श्री सुका इसे श्री सुका मतलब ये राधा रानी की ये सुख है इनका गुरुदेव राधा रानी नियम है हमारा वैदिक संस्कृत कहता है कोई काम करने से पहले गुरुजी को पहले प्रणाम करने चाहिए इसलिए प्रथम श्लोक भागवत का हरि तो गुरुजी को प्रणाम करे मतलब गुरुजी राधा रानी है इसलिए जो प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि बताया ये राधा रानी की ही ये प्रणाम है первый श्लोक начинается это слово श्री शुका उवाचा что это сейчас это попугая Шука, это можно читать, это Шукадев Госвами. Это Шук стал Шукадев Госвами, и сейчас он говорит это Шримад Бхагаватам. Есть ведик традиция, есть ведическая традиция, это есть, что когда мы начинаем что-то рассказать Харикатха, тогда первый надо молитва делать своего Гурудеву. Если это есть попугая, Радарани имели это попугая, тогда Шукадев Госвами читает, что мой Гуру это Радарани. Когда он молял, когда можно читать, эта молитва есть для Радарани. Все. So telling this is the for Radharani, that this look, it's Radharani ki dhyan hai. Тогда можно читать, что это стих, это делает медитация Радарани. Лекин Прабхупада кэте хэн, кэта хаан, и Радарани ка бхи, Кришна ка бхи хэ. Лекин аур бхи киска, болеха киска, Если Чайтанна Махапрабху ка ги дхьян е. Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада говорит, да, это есть шлок, говорит, делает медитация Радарани. Можно читать, что это стих делает медитация для Кришны тоже. Но это правда, но это делает медитация для Махапрабху тоже. Как? Карайе, каде Сварупа Дамодар кете не, каде Радха Кришна Падая Викрити Сакти Расмат. Каде Радха Кришна, ие дона милкар ки, ие Чайтанна Махапрабху. ये चैतन्य महाप्रभु कौन है ये राधा कृष्ण दोनों मिलकर के चैतन्य महाप्रभु इसलिए जो सत्यम परम धीमहि मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद पूरा उस लोगों को श्री महाप्रभु में लगाते हैं कि महाप्रभु के लिए सर्वतम ओन नपसाल что это महाप्रभु महाप्रभु когда राधा и कृष्ण вместе тогда это есть महाप्रभु и много комментарии कुछ बचला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नपसाल कहते था что как это श्लोक говорит для что надо медитация делать Махапрабху. Баласри Чайтанна Махапрабху ки. Баласри Ачинандан Гауру Хари ки. Нитай Гауру Преманандэ Хари Хари Хо. Сантай, финиш обрай. Окей. Кандри Арати тайм ита. Финиш. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Thank you.
Thank you.
Krishna, Krishna, Hare Hare.